Як часто ви вмикаєте телевізор? Чи задумувалися, які програми дивитеся і чому? А як щодо блогів? YouTube вже давно пропонує будь-який контент і телевізійний, зокрема. Цього тижня маємо одразу два телесвята. День працівників телебачення, радіо та зв'язку і Всесвітній день телебачення. Тож є привід поговорити про український медіаринок, якщо його можна так назвати, і про тенденції, куди йде чи, можливо, котиться українське телебачення. Чи замінить його YouTube? Кому взагалі потрібен телевізор, якщо зараз кожен сам собі медіа? Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, сьогодні говоримо про телебачення та нові медіа, які поступово його витискають. Але спочатку хочу наголосити, що наша знімальна група і гості в студії дотримуються усіх профілактичних заходів проти COVID-19 і вас закликаємо робити так само. Отже, у нас сьогодні незвичайний ефір і підбір гостей відповідний. Маємо телевізійного менеджера, який знає, як зробити якісне телебачення. Маємо телевізійника, що однією ногою вже в Ютубі. Маємо ютуб-блогерку, але із досвідом роботи на телебачення. І маємо, ну я на тебе назву контент-мейкером, тому що в тебе є досвід роботи і в Ютубі, і в телебаченні. І, власне, Ютуб ти освоїв ще до того, як це стало мейнстрімом. Я маю короткий бліц для вас усіх. Почнемо з простого питання, чи дивитесь ви телевізор, Андрій? Ні. Галина? Отчасти. Ну, добре. Вадим Жорович? Змушений. Як часто? Кожного дня. А якби не робота? Ну, для задоволення. Кожного дня. Але б дивилися. Ну, звичайно. Коля? У мами за ужином, а вдома ні. Телевізор є, але не смотрю його. Добре, другий раунд. Чи дивитесь ви YouTube? Андрію? Ну, временами. Да, конечно. Ну, тут же я маю на увазі не лише по роботі, а, власне, для задоволення. Да. Окей, Вадим Жоржович? Да, змушений. Кожного дня. Також про телевізійну сферу. Коля? Не виключаю. А, тобто постійно? Даже в машині. Любое ожидание, это намного проще провести в Ютубе, посмотреть, что надо. А еще очень удобно еще кинул себе так сбоку телефон, он как подкаст какой-то работает, и слушаешь себя. Если это не обязательно потреблять картинку, то очень просто. Це та відповідь, на яку я розраховувала, і, власне, сьогодні я б хотіла і поговорити про ці нові форми споживання Ютубу, подкастів і так далі. Але почну з телебачення. Власне, про тенденцію телевізійну, як мені здається. Вадиме Жоровичу, почну з вас. Тому що я хочу проаналізувати, як телебачення з тієї величини, якою воно було за радянських часів, наприклад, коли диктори були там окремою кастою, коли телебачення взагалі здавалося чимось, ну, елітним. І як ми прийшли до тенденції, яку маємо зараз, що чим ближче, чим простіше до глядача, тим, власне, краще і успішніше. Ну, тому що, ну, попит же диктує нам пропозицію. Людям вже не треба там величезні студії, в яких величезні аудиторії, там багато гостей і так далі, багато світла, камери за 100 тисяч доларів. Вони все одно сприймають і вже, ну, напевно, більше сприймають зміст. А для зміста, ну Дудь робить інтерв'ю, які краще, ніж всі інтерв'ю там великих маститих інтерв'юерів, до яких ми звикли. Ну, наприклад, того ж Гордона, наприклад. Телебачення переходить в Ютуб – це всього лише один зі способів донесення того, що ми робимо. Тут нічого страшного, ну, суперстрашного тут нічого немає, тому що у телебачення є все одно дві основні сфери діяльності. Це виробити продукт і потім донести його до глядача. Ну, трансляція, ну, те, що ми робимо, знімаємо, монтуємо, виконуємо ці всі роботи, і потім наша трансляція. Коли навіть трансляція вся прибереться, ми все одно залишимося, ну, фабрикою контенту, скажімо так. Нічого страшного в цьому не бачу. Звичайно, що ми переформатуємося по-іншому, починаємо розуміти свої всі, ну, звичайні функції. Тому що я ще застав той час, звісно, коли телебачення це було. І я застав тих людей, які там, коли вони заїжджали в село, то там можна було потім місяць жити, бо телебачення приїхало.
І у нас ще ну, залишки якісь були. Це не зважаючи на те, ну я просто попрацював і на центральних каналах, то там, звичайно, було зовсім, Андрій не дасть збрехати, ми разом працювали на Інтері, ну, це тоді був ну, супер топовий канал, і коли десь знімальна група Інтера з'являлася, навіть якщо це була культурологічна програма перша експедиція, в якій ми тоді працювали, то це було вау, до нас було зовсім інше ставлення. Колись я навіть розказував, як ми там шороху наводили на виборах в 2004 році зі своїми посвідченнями в Кіровограді. Хоча працювали на помаранчеву команду, допомагали. Але приходили і Інтером лякали всіх. Так що було. Про телевізійний контент. Він, власне, гірше заходить в Ютубі. Ну, тобто, Ютуб потребує спеціального формату. І якщо ти зі мною не згоден, то... Ну... Я не знаю, якого спеціального формату нужен Comedy Club для того, щоб бути популярним в Ютубі і в телеке. Он в телеке популярный, в Ютубе он расходится аж бегом. Залучаю крыло Ютуба. У нас есть сегодня телевизионный Ютуб. Я скажу, типа телеку сейчас, чтобы быть интересным. Телеку, чтобы быть интересным и выживать. Ему надо быть интересным для Ютуба. И все. Это самая простая схема. И у телек потерял свою ценность как таковой после того, когда можно теперь посмотреть все в записи. Сам в эфир. Канал телевидения, ну, то есть у тебя, ты сам себе выбираешь, когда тебя смотреть. А у телека раньше была огромная ценность из-за того, что вот сейчас концерт, если ты его пропустишь, ты пропустишь всю рекламу, всем это будет невыгодно, все. Вот тогда это невыгодно. Телек сейчас, телек в любом случае останется телеком, если он будет заходить на YouTube и его будут смотреть для на телеке. Для кого? Для всех. То есть... Нет, для всех не будет, потому что у телека сейчас старшее поколение больше смотрит. Когда уже аудитория стала 60+, понятное дело, она не в YouTube. И для нее YouTube 60+, пока ты разберешься. Да, есть такие, например, моя мама тоже смотрит YouTube. Но для этого надо было какое-то время. Она, еще... она смотрит. Она там еще не дома. Она не тоже. Она легче просто посмотреть телевизор. А? Она еще, они еще пока да, не полноценно да, нужны. Да, да. Я смотрю по своей аудитории, ко мне как раз-таки приходит возрастная такая аудитория, которой раньше не было. А сейчас прям такие женщины, они солидно размышляют, и не говоря даже о том, что есть, да, вот кулинария вроде очень простая тема, та, которая у меня, но есть очень такие разносторонние темы затрагиваются уже в процессе общения. Да, я тебе скажу почему. Потому что телевизор потерял основную штуку, да. Которая была, познавательность. Да. Все. А сейчас они заходят, а тут такой весь мир. Телевизор, и они такие, опа, я могу и то выбрать, непонятно и то выбрать. Оно еще сильно проще, YouTube все упрощает из-за того, что легко на себя все примерить. Ты заходишь на кулинарный канал, ты выступаешь там уже как авторитет, ты пишешь свой комментарий. У тебя получается вот такой список ответов на твои комментарии, и ты уже часть этого контента, на который ты зашел посмотреть. И все, телек уже этого давно не дает. Вовлеченность. Да, вовлеченность. Это самая простая вовлеченность, это комментарий. Если ты делаешь контент, который интересен, даже про если посмотреть комментарии под новостями, который там ТСН заливает, Интер. Все сейчас свой контент переносят на площадки в интернет. Почему? Потому что его надо отсматривать как-то потом и мониторить. И все, я туда могу зайти и написать, да не, вы новости, вы набрехали. Все, это точка. И у меня будет целая дискуссия, я авторитет, тот зашел авторитет, у каждого свое авторитетное мнение, и это интересно. Вот и все. И телеку, чтобы выживать, ему надо быть интересным для Ютуба. Потому что ты сейчас говоришь уже, извини, о Ютубе как о соцсети. Ну, то есть, в том числе, да, составляющей. Вот ты говоришь о том, что там вовлеченность есть. Я наоборот, для того, чтобы понять программу, вот мы, допустим, делаем премьерную программу, да, и я ее специально посмотрю на телевизоре обязательно, вместе со всеми вот этими подводными рекламами, ну, подводками, там, анонсами, та-та-та-там, с рекламными паузами, совсем, для того, чтобы я совсем по-другому это ощущаю, когда я понимаю подсознательно, что вместе со мной это смотрит еще кто-то, сию минуту. Не просто в Ютубе, когда захотел. Понятное дело, что я на том же телевизоре это посмотрю. Ровно на том. Но в тот момент, когда это идет в прямом эфире, и со мной это смотрит еще кто-то, это вовлеченность совсем другая, вообще другого уровня. Ютуб уже и такое дает. Это премьера. Есть премьера, которая будет стартовать ровно в такое время. В прямом эфире она будет идти или для всех в одно время начинаться. Ты будешь смотреть не один. То есть YouTube уже абсолютно все это дает спокойно. И сразу же получать обратную связь, опять-таки, от того, кто посмотрел. И лайв-чат есть. То есть то, о чем мы сейчас говорим, о том, что ты смотришь не сам, на YouTube это еще интереснее, потому что лайв-чат. То есть выскочил новый продукт у Apple, его сразу все обсуждают, и ты можешь сказать, это говно или не говно. Слушай, ну это же в телеке тоже этот формат существовал и существует, в принципе. Так это адаптация. YouTube просто... Я же не говорю, что YouTube это классно. То есть мы говорим о том, что это форма, лишь донесение информации, то, что говорил Вадик. Да. И телевидение, и YouTube, и соцсети – это лишь форма той информации или контента. Но все равно для этого Comedy Club надо, блин, снять.
Да, написать вы... текст туда. Но там же есть наглость, да, на том, что это телевизионный продукт прежде всего. Ну, конечно. Премьера идет на телеке, а потом оно расходится уже на YouTube кусочками, удобоваримыми для своей аудитории YouTube. Просто Камеди изначально стал популярным еще до того, как YouTube стал настолько популярным. Поэтому они как бы зашли уже, имея свой балласт вот этой популярности, и, соответственно, они уже как бы потянули вот... популярность и в других своих социальных сетях. Если бы они раскручивались уже на Ютубе, то изначально они были бы более Ютуб-проектом. Заметь, мы говоримо о російському продукті, коли у нас практично все просто. Це могло бути окреме запитання. Я очікувала, що буде, що така жара піде десь на другому блоці, але не з першого питання. Але мені подобається, я, власне, такої дискусії живої і хотіла. Тому що... Ахіть драку! Хочу! Сначала прем'єра на телеке, потім я буду. Ютуб теж так працює. Драки, вот эти всякі штучки, хайп. Емоції. Я погоджуюсь із тим, що ось цей фактор вовлеченності, коли ти маєш однодумців, ти маєш з ким це обговорити, ти оцей нюанс живої реакції і так далі. Ну, це такий собі ком'юніті, яке вибудовується під кожним окремим відео. Я, власне, ще хотіла і про сенси поговорити, про змістову складову. Але ще раніше хочу почати. Я переконана, що не всі наші телевізійні глядачі суперкруто розбираються в Ютубі і в його специфіці. І я добре дуже пам'ятаю той період, коли якщо ти створюєш свій, ну, мовно, там, Ютуб-канал, це значить, що на телебачення тебе не взяли, і ти вирішив бути сам собі зіркою. Зараз ситуація змінилася. Є блогери, які могли працювати на телебаченні, але не хочуть, тому що вони можуть бути сама собі хазяйка і робити свій контент, і монетизувати це. В тебе є срібна кнопка Ютубу. Розкажи, що воно таке і як ти, власне, як її можна отримати? Де у тебе кнопка, Урі? Кнопка в правильних містах. На самом деле, вот эти вот кнопки, которые YouTube придумал, это прикольная тема. Она никак не оплачивается. То есть человек просто достигает определенного уровня популярности. Да, и YouTube таким образом как бы уделяет внимание человеку и дает ему такой значок, что вот мы тебя знаем, мы тебя заметили. Когда ты достигаешь уровня 100 тысяч подписчиков, то ты заполняешь специальную форму, которая тебе приходит, и тебе в Америке как бы печатают эту кнопку под тебя с твоим именем, со всеми вот этими регалиями и присылают сюда. И это получается как бы твой немножко такой, ну не триггер такой, стоп, что вот я вот на вот таком определенном уровне хочу двигаться дальше. Такой очень американский. Сколько переглядів в тебе? Тобто в тебе є кулінарний блог? Я не смотрела, сколько у меня просмотров сейчас. Ну добре, можливо, ось під одним відео, до прикладу. Ну, за последний так, місяць було... 3 мільйони, по-моєму, около того, где-то за місяць, за последний. А сумарно я не посмотрела. Я не очень хороший блогер. Так посмотрите на задник. Это же телевизионная картинка. Понажимали. Это телевизионная картинка. Маємо, до речі, зараз на екрані власне фрагменти блогу Галини. І я погоджуюсь із тим, що це якісний контент, який цілком можна було б транслювати і на телевізійних телеканалах. Власне, з цього і починалося, наскільки пам'ятаю, в тебе була кулінарна рубрика. Да, ми вели кулінарну рубрику на той же кухні абсолютно, на которой я сейчас снимаю это все дело. Но опять-таки, качество контента – это всегда за человеком, который это снимает. Можно, есть миллионы роликов, которые с миллионами просмотрами, но которые сняты под желтой лампочкой на кухне, там дети на фоне бьют по каким-то, я не знаю, в игрушки играют, и это тоже как бы, тоже на свою определенную целевую аудиторию это заходит. Но уже как бы человек, который блогер, он сам делает свою какую-то типа планку. Вот я хочу, чтобы это выглядело так. И уже от того, как ты хочешь, так это все. И вот, власне, тут мы переходим до того, что цей пласт інформації, скажімо, контенту. Те, що на телебачення, тобто на телебачення я вже за рецептом не піду, тому що я можу його знайти в Ютубі у будь-який зручний мені момент і так далі. Тобто, ну, пласт кулінарок зараз просто взяли і прибрали, вони явно будуть менш популярними. Ну, Даша, я не соглашусь, тому що, смотрите, телек бере чим кулінарку? Тому що там появляються известные личности. Это все, на что он может рассчитывать. Рецептами он не возьмет. Рецепты все в Ютубе, да. На самом деле, есть. Только какой-то звездой, только звезда должен вести эту кулинарку. Руслан Ксенич. Или что-то такое, типа путешествие. То есть то, где обычный человек не будет, например, да, вот я там проехался по Китаю, и вот мы готовим вот это все. Ну, то есть в таком вот формате. Ну, смотри, в путешествиях, например, когда я путешествую, то я смотрю YouTube, потому что там я найду те лайфхаки, которые не найду в телеке. Да.
телека Комаров смотрите. Ну, а какой ты YouTube смотришь? Ты же смотришь не «Орел и Решку», правильно? Нет, конечно. Ты смотришь тех блогеров, которые там путешествуют. Ну, потому что я прекрасно знаю, что «Орел и Решка» — постановочное шоу. Правда, вот. Я там не... Это телевизор. Потому что это телебачення. А для меня сейчас, вот так само, как и для тебя, самое интересное посмотреть в YouTube чувака-проводника, который мне будет рассказывать, которого я могу себя примерить, да. Вот поэтому, допустим, тот же самый Птушкин мне сейчас очень легко заходит, хотя тоже уже не очень, но типа вот когда он начал заходить, это было из-за чего? Из-за того, что мне очень просто представить себя в этом смарте, себя в хостеле там или там не в очень дорогой квартире, которую я сниму вот в этот же день, когда туда приеду, вот это легко смотреть. И это мне дает какой-то смысл, ну, типа... Познавательность. Причастность, да. Так, это слово. Ну, тут ще є і елемент правдивості, ну, тому що «Орел і Решка» — це не зовсім... Іскренність, я там ще доскрізь. Саме про правдивість, тому що якщо це... Я бачу людину, яка на собі це все випробувала, і не тому, що треба на камеру так зробити, тут посміхнутися, а тут трохи заверещати. Ну, переснімаємо, поки не запіщала так, як треба. Тобто ось цей момент штучності. Хотите сказать, что Птушкин там не снимает то, что будут смотреть? Ну, обязательно. Там элементы постановки есть всегда. То есть, конечно. То же самое. Ну, вот эти трешаковые выпуски, там, где за $100 надо вообще в каких-то сумасшедших местах пожить, они плюс-минус правдивы. Я понимаю, что они никогда в жизни не снимали целиком замки, там, о которых они говорят, что там все равно что-то платилось за эти полеты на вертолетах или за что-то еще. И никогда в жизни ни один продюсер не даст ведущий просто взять и потратить там десятку или полтора десятка тысяч долларов. Ну, не даст. Это все понятно. Тем более, что мы там с какими-то людьми оттуда знакомы. Из этих всех вещей. Ну вот эта вторая штука, которая за $100, я в нее плюс-минус верю, на самом деле. Ну, плюс-минус. Понятно, они не живут тоже в этих ужасных моментах, они их только снимают, но они нам все равно их показали. И это то же самое, что Птушкин будет делать. Если надо будет съесть того таракана, перед которым морщатся там все девчонки, все ведущие, их всех заставляют это сожрать, потому что мы это потом будем вот так отсмотреть. Сожрешь ты его или нет? И Птушкин точно то же самое сделает. Если опять-таки брать разрез, Птушкин пришел с «Орла и Решки». Ну, правильно? В том-то и дело. Дудь пришел с телека. То есть, ну, в любом случае, телек – это то, откуда все тянется на YouTube. Это однозначно. Просто на YouTube это проще привести в жизнь. И это проще донести людям и стать популярным, чем через телек. Через телек, скажем так, если взять два Птушкина, Птушкин с интернета и Птушкин с телека, то Птушкина с телека, конечно, если увидеть на улице, это... А потом уже, когда он появился на YouTube, то потом уже штука будет... А до этого это был просто... Друзі, я вас орієнтую, що мова йде про одного з ведучих, і незважаючи на того, що спочатку «Орел і Решка», а тепер, я так розумію, що авторський канал в Ютубі, я розумію, що це виглядає зараз трохи спеціалізованою розмовою у сенсі медійної галузі, але зважайте, що це класні рекомендації, на що варто звернути увагу, і, можливо, вам також це сподобається. А тому всі просто завідують. Слушайте, у мене таке... Чувак получає удовольствие і получає за це. Слушайте, у мене така мисль... Блогерство, как бы, это, в принципе, тоже это и постановки, и перезаписи. Просто, как правило, блогеры — это более оперативная штука. То есть ты снял, и уже ты там смонтировал, выложил. Слушайте, это все очень быстро происходит. Это популярная битва экстрасенсов была. Мы знаем, что это постановочное шоу, что нет никаких экстрасенсов, что это актеры. Сейчас кто-то разочаровался. Я надеюсь на это. Но там же нету такого, что вот Паша Костицын провел битву экстрасенсов и пошел делать свой авторский блог об экстрасенсах. Потому что он не смог бы. Вот в этом и вырезняется специфика. Экспертность какая-то должна быть. Тогда он тоже должен быть отчасти каким-то экстрасенсом, чтобы завести такой блог. Или же, опять-таки, он может быть не экспертом, но чуваком, на котором легко увидеть себя. Тот же самый Тимур Сидельников. Нет. Нет, что ж такое? Синельник. Тоже, нет, да, это тот, который путешественник, тот, это... который... Окей. Друзі, давайте здебільшого про формат, блог, не переходити ну, на вот, особистості. Окей. Є чувак X, да? І у нього шоу, він ходить по заброшкам, по всяким кладбищам, і з цього роблять шоу екстрасенсів, якоби. Тільки там, він знімає как бы, на камери там, з ночним виденням. О, смотрите, там класна штука. Зашевелилось щось. Да, зашевелилось. То есть, ти можеш себе представити це і все. То есть, опять-таки, воно все одно береться з телека. Якщо воно там успішне, то це по-любому буде на Ютубі. То, что будет на Ютубе успешным, вряд ли будет успешным на телеке. Ну, на Ютубе больше трешака всякого, да, который заходит людям. Ну, вот Шарий, например. Трешак, который зашел до такой степени, что люди пролезли в мрак. Его, кстати, по телевизору показывают. Ну, да, на определенных каналах Медведчука. Добре, раунд.
Давайте перейдемо до журналістської складової, тому що Ютуб відкриває можливості, власне, і для журналістів. Тільки якщо про попередні приклади, я думаю, що тут є зворотній ефект. Ну, тобто, якщо ми готуємо проєкт для телебачення, то це працює команда, і людина, яку ви бачите в кадрі, вона, ну, типу, менш реальна, більш підготована зусиллями команди. Якщо ми говоримо про Ютуб, то здебільшого ми можемо бачити, ну, один на один, або, можливо, там, якщо ми говоримо про якісь командні проекти. Менше з тим, про журналістську складову. З іншого боку, Ютуб нівелює журналістські стандарти. Тому що ми маємо, з одного боку, доступ до людини, яка нам про щось розповідає, інформує, зливає, можливо, інформацію. А з іншого, немає жодної відповідальності. Ну, это обратная сторона приближенности к народу, так сказать. То есть для того, чтобы поработать журналистом, простите, у тебя должно быть там образование, какой-то опыт, у тебя есть какие-то понятия об этике, о том, что можно показать, что нельзя показать. И ты несешь ответственность, да. Если я блохну что-то в прямом эфире. Телефон, интернет, и по сути наши как бы, ну, сказать глобально, как работают наши там законодательства, то, в принципе, оно никак не работает. Потому что я, например, очень часто сталкиваюсь там с воровством контента и со всеми вот этими штуками. Когда-то иногда удается что-то сделать, иногда ничего не удается сделать. И причем, ну, доходит до каких-то абсурдных штук. И выходит, что вот это вот как раз-таки обратная сторона того, что все доступно. Я снял, выложил, и а кто мне что сделает? Ничего. Ну вот. Я сподівалася від тебе, Андрію, якоїсь бурхливої реакції, тому що все, що стосується журналістської складової і стандартів, які порушуються, ти... Я хотів якраз його представити, що він... Ти зазвичай емоційно на це реагуєш. Мені подобається, коли мені пишуть в коментарях в погляді, що, мол, боже, ця програма не відповідає журналістським стандартам. Так, звісно, не відповідає журналістським стандартам. От він я, да, добрий вечір. Це блог. Всего лишь блог. Мое личное субъективное мнение. Поэтому не журналистика. Скажи, на общем плане скажите, блог это. Да. Можете назвать меня блог Данович в данном случае. Но это явно не журналистика. Или же готовился человек. Да. Это новый проект. Или, по-другому сказать, это скорее авторская уже журналистика, которая имеет право на субъективное мнение. Так, але це ж і лазейка, ну, така невеличка. Тому що, будучи в кадрі, ти не можеш собі дозволити прямолінійно висловлювати, хто прав, хто виноват і так далі. В цьому плюс Ютуба. Це нарочно. Але ж це працює, знову ж таки, в обидва боки, бо жарі також цим користуються. Тут, ну, якщо ми нет однозначного ответа, это плохо или хорошо. Тут, в принципе, если ты адекватный человек, то ты будешь как бы выражать какие-то адекватные свои мысли. А если ты неадекват, но ты все равно в Ютубе можешь выкладывать все, что хочу, там, ну, потому что показывают, есть такие блоги, которые невероятно популярны, но они показывают там такой трэш, который... Тоді, ну, хочу про... У них є своя цільова. Тоді, що ми говоримо, як це впливатиме на суспільство? Тому що за умовні там 10, можливо, 15 років у нас цілком з'явилася нова професія – блогер. І цим можна заробляти собі на життя, це прям така професія. Ще, ну, там, 15 років тому неможливо було уявити, що можуть бути якісь там блогери-мільйонники, які зароблятимуть на цьому. Тобто не було такої професії, тепер вона з'явилась. Це впливає і на ставлення до грошей, на ставлення до професії, ну і, власне, на, мені здається, в деякому сенсі в цілому уявлення про світ. Ну, тому що діти у школі тепер хочуть бути блогерами, це така нова реальність. От, я б, тоді б блогерство просто б виділяв би як окрему штуку, тому що його не можна сприймати як Ютуб. От Ютуб для блогера, це, звісно, от так собі історія, чесно говоря. Намного сейчас проще. Я понимаю тебя. Мои просмотры в Ютубе меньше, чем в Фейсбуке. Намного. Да, вот. То есть тот же самый Фейсбук, я бы вообще, ну, типа, сильно больше старался переводить бы контент в вертикальный формат. Объясни это зрителям, которые нас смотрят. Вот нас, конечно, тяжело будет так смотреть, да. Но если ты хочешь быть блогером, это намного проще сейчас сделать для того же самого Фейсбука, ТикТока, Инстаграма. Ты имеешь в виду вот так вот. Вот так. Я тебе скажу, Samsung выпустил уже телеки, которые можно переворачивать вот так вот. Я к тому, мало того, YouTube у всех этих платформ, которые я назвал, адаптация идет под вертикальную съемку. То есть, если я заливаю видео вертикальное, ты будешь смотреть его вертикально. Тебе не надо. А это, ну, новый взгляд, как минимум, на картинку. И это интереснее. Я просто к чему? Надо блогерам, детализуемо. Подглядывай. Блогерам намного проще стать и на других площадках. YouTube тут, ну, так...
Это как в Гулливере, помните? Остроконечники и тупоконечники. Да, одни будут вот так смотреть, а другие вот так. Блефускую лилипутию. Да. То, что там происходит, ну, все равно. К вопросу о журналистских стандартах. Я думаю, что им жить тоже недолго осталось. Да, я понимаю, что может со мной потом не здороваться. Но поляризуется, вернее, не поляризуется, а разбивается по сегментам не только аудитория, но и те журналисты, которые в нее работают. Ты пойми. Ну вот... Там тот же Пиховшик, да, которого я думал, что человек после того, что там в 2003-2004 году было, я думал, что все, это могила. Нет. Оп, и через какое-то время все возвращается на круги своя. С другой стороны, то же самое происходит. Тот же Микола Вересы, на которому я когда-то ходил даже на какие-то тренинги. Я просто смотрю, что это в принципе тот же Пиховшик, только с другой стороны, между прочим. Но вот эта аудитория его воспринимает замечательно и на ура, вторая его не переваривает. И все наоборот. Посредине находится условная только Суспильна, на которую ни я, ни ты, ну, понимаем, что я не знаю, что надо сделать, чтобы я вот понял и зауважал вот это. Блин, вот это стандарты, вот это пацаны дают. Понимаешь? И я не понимаю, что надо сделать. Я вот ну, по работе недавно вынужден был, ну, тут тоже мне было интересно, я прочитал там Эрнста, Симоньян, все вот эти вот штуки, которые натуральных российских пропагандистов. Они же правду говорят. Мы ищем уже не конкретные новости, не конкретный контент, а его интерпретацию. Свою интерпретацию такую, которая мне подходит. Я хочу жить в комфортном мире, поэтому я подписался там на группу Кировград.ua, а не подписался, допустим, на Елисаветград.ua. Информационная. Да? Вот. И я в этой парадигме хочу жить. Я ее выбираю. А это значит, что я буду выбирать тех людей, которые транслируют для меня любые новости под тем углом, которым я хочу. Все. И это развивается, если вы будете рассказывать о Ютубе. Ребятушки, я тоже думаю, что это будет очень, ну, какое-то время еще будет модно. Но поверьте мне, бьюти-блогерши не может быть миллиард, и они не могут одно и то же, потому что одно и то же они рассказывают, ну 3, ну 5, ну 10, блин, лет. Ты о кризисе жанра бьюти? Да, я о том говорю, что это все-таки закончится. И это надо, ну, когда чувиха сама себя там снимает, вот это когда-то закончится. В конце концов, когда-то кто-то захочет опять снимать это с дрона, с крана, с рельсов, с трех камер, красивенько, по сценарию, с гримером и так далее. И мы придем к тому, что контент должен быть красивый. Да, сейчас какое-то время, вот будет такой примитивизм, давайте назовем это так, вот сейчас... Пока будет это модно. Но я думаю, что все равно вернется все к тому, что... Помните, когда-то, когда телевидение наступало на кино? Ну, большинство из вас не помнит, но Андрей-то должен, наверное. Правое полушарие еще помнит, левое? Я-то помните, ну, куча фильмов типа «Табачного капитана», которые снимались вообще в каких-то бумажных декорациях. Ну, когда это просто спектакль. И нам всем рассказывали, что да не надо там вот этих батальных сцен, которые там Бондарчук снимает «Войну и мир», там четыре армии шарашат по полю. Понимаете? Вот мы вот в бумажных декорациях мы все снимем. Главное, чтобы были хорошие актеры, чтобы пьеса была правильная, чтобы все сыграли. Было такое время. Конечно, было, прекрасно было все. Вернулись потом, кто-то выберет для себя вот это, кто-то вот это. Я очень, кстати, хотел бы вернуться к телевидению Ютуба. Я все хочу, чтобы наш зритель настолько заностальгировал, он уже ж, ностальгия главный двигатель. Чтобы мы опять поле чудес зарядили. Не-не-не, я как раз к тому времени, когда были программы, когда зритель задумывался, когда ему не командовали, что он должен подумать, не говорили месседжами, пропагандой и тому подобное. Программа «Взгляд», вспомни. Разные точки зрения, только зритель воспринимал, полностью понимая картину, только зритель делал выводы какие-то. А хто буде, власне, ностальгувати за цим, якщо, власне, ну, от доросле покоління продовжує дивитися телебачення і досі, це є основне джерело інформації для них, а молодь, ви правильно сказали, шукає собі авторитетів, з якими комфортно співіснувати в інформаційному просторі. Ну, я так розумію, ти говориш про те, що у нас общество тупіє, просто маргіналізується. І... Ну, я хотіла сказати, що інтелектуального контенту недостатньо, але, в принципі, можна і так. Упрощається контент. Мені кажется, так все скачили, на самом деле. Поки... Общество должно дойти до крайней точки тупения, да. А потом, ёлки, нам надо познавательный материал.
Это же интересно, это же история, наука. Когда уже придет пресыщение вот этим вот... То, власне, YouTube в цьому і виграшна штука, тому що інтелектуальний контент можна знайти там за власним запитом. Больше средств надо. Больше средств надо для того, чтобы рассказать... Для создания, да. Научный факт, понимаешь, что надо ума немножко больше. Надо самому проводить какие-то исследования, а не просто сесть и поговорить. Не все так мрачно, потому что сколько документальных фильмов научно-популярных сделано. Я расстроен телевидением просто нынешним, поэтому... Ну чего ты расстроен? Потому что это просто твоя работа, и ты вынужден туда углубляться и копаться в этом, потому что ты эксперт и очень глубоко погружен. И только потому, что ты это пропускаешь через себя, только поэтому у тебя такое вот трагическое выражение лица сейчас. А так ну, ничего же не происходит не, страшно. Посмотри любой телеканал центральный, там же нет ты ничего страшного. Ты наш смотри и все. Андрей. Мы, кстати, вон у нас самые лучшие. Успокойся. Я просто дивлюсь наш телеканал, мається на увазі телеканал «Вітер». І, ну, спасибо, да. І, ну, не тільки свою. Я даже знаю некоторые программы, которые... Не тільки свою програму, але я розумію, що якісь найбільш вдалі штуки, які тут вдається реалізувати, це тому, що люди, які їх реалізовують, власне, дивляться YouTube і багато інших джерел. Тобто, аби ми виховувалися виключно на телебаченні, ну, чи споживали виключно картинку телевізійну, ну, навряд чи ми б мали такий зараз продукт. Якби, я пам'ятаю, як Коля мені запропонував знімати YouTube-проект ще в 13-му році. Ще в 13-му це був якийсь туристичний проект, називався просто «Туристо», можна ще знайти десь на YouTube. Називаємо їх телевізійні сепаратісти. Ми просто засланці були, ми працювали на телеки, і у нас була можливість технічна створити. Тоді у Кропивницькому взагалі мови про це не йшло. Але тобто я розумію, що звідти черпаються ось такі креативні штуки. Слушай, ми все одно тоді опоздали вже в 2013 году. Ми вже опоздали. Сейчас ринок Ютуба російський практично. Там вже мільярди просмотрів. З якого року ти реалізуєш свій Ютуб канал? З 18-го. Да. Ну, по суті, 2 года. Умничка. Но российский, рынок, естественно, он сейчас очень сильно наполнен, но кто-то приходит и уходит, потому что заходит много людей. Заходит очень много вот молодых людей, которые считают, что вот я хочу быть блогером, все, я буду блогером. Но когда они начинают сталкиваться с тем, что надо делать для того, чтобы стабильно, например, вот, грубо говоря, для того, чтобы включили монетизацию, это надо где-то годик поработать вот просто в холостую. Ты просто должен на вот этом вот азарте своем делать контент, регулярно его выкладывать, там как-то где-то развивать свои другие социальные сети, чтобы просто про тебя узнавали. Тогда да, если ты такой, типа, снял 3 видео, сижу, жду миллионных просмотров. Блин, реально? И вот эти вот все блогеры, ну вот эти все блогеры, они просто сливаются, ну, в никуда. И, соответственно, вот как раз выделяешься на фоне вот этих вот огромных, количества огромных тех, кто приходит становиться блогером, тем, когда ты это делаешь вот на протяжении каких-то лет, и ты этим делаешь... Это так уж работа. Ты, да, ты это делаешь своей полноценной работой. А, и тебе уже со временем хочется, как бы, вот опять-таки, да, телек или там интернет. Тебе хочется телевизионных атрибутов, скажем так, хочется оператора уже, хочется там, чтобы человек монтировал, потому что он это сделает круче, чем ты, как, который такой человек-оркестр, да, я и готовлю, и снимаю, и монтирую, а хочется, чтобы повышать свое качество, соответственно, хочется привлекать уже команду. И убила вот, дракона и стала драконом. Да, и тут уже получается как бы вот такая синергия. Ты все равно тянешь с телевидения какие-то тоже моменты для себя. Те же сценарии или какие-то моменты. Я хочу просто чуть про последний вагон, который мы не успели в 13-м году. Это совсем не так, потому что сейчас есть совсем свежий вагон украиномовного YouTube, украиномовного контенту. Если это просто... вагон 74-го года, он может развалиться, как не знаю, что просто, просто подивиться. Там туалеты железные, понимаешь? Даже сейчас вот сделать тот же самый разбор фильмов, особенно сейчас украинского кино, разборы на украинской мове. И там просмотры просто сейчас они и подписчики вот так вот. Поэтому почему страны с России было проще начать YouTube? Потому что YouTube изначально он ротирует по стране, в которой создается контент. У России она все равно больше. И русскоговорящий, ну то есть контент, который с России заходит, он ротируется по-другому. Украинский YouTube, он ротируется по-другому. И в этом как бы, ну это нельзя сравнивать. То есть чтобы быть популярным, надо все равно туда себя продавать. Ну, власне, і коштів тут більше вкладається, даже, як і в телебачення російське. Так само, навіть ну, у сучасних, у українських блогерів, які популярні іменно на Ютубі, основні спонсори – це все одно русські казино, рулетки і тому подобне. Всі гроші, які вливаються оттуда, вони йдуть тільки із-за того, що це відео буде рекламуватися в Росії.
И только из-за этого будет много денег. Территория, да. Вот. А сейчас, наоборот, сейчас у украиномовного Ютуба очень сильный, ну, типа, прям вот мне просто заливайся. Я тут согласен. И, даже не просто украиномовного, а украинонаправленного. Культурологического. Проукраинского в области культуры. Ну, у меня два знакомых таких топ-блогера. Это Бампер ТВ и Сережа Притула. Мне интересно, что будет рекламировать Сережа Притула. Будет он, например, вот эту всю фигню по поводу трат денег, казино и тому подобное рекламировать? Или нет? Бампер-то понятно, бампер-то... Блин, ну давай, почему Сережа пришел в YouTube? В конце концов, это же не его вопрос. Вопрос того, кто будет... Если он сам себя будет продавать, это одно. А, ну репутация. Ты знаешь, что у него есть продюсер, у него есть концертный директор. Его репутация, потому что он... Ні, чекайте, ну тобто зараз мова йде про те, що телевізійний підхід, да. Він, власне, у випадку з українськими блогерами, він продовжує працювати і в Ютубі, зокрема. Тобто, ось цей перетік кадрів або підходів, ну, він взаємопов'язаний. Але я хотіла ось про це порівняння російський Ютуб, український Ютуб, російське телебачення, українське телебачення. Я спостерігаю з тим, що люди, які відмовляються від телебачення і дивляться Ютуб, вони дивляться здебільшого російський Ютуб. І мені, я просто знаю багато класного україномовного контенту, то саме журналістського, тобто, ну, це класна аналітика, класні новини. І в них не такі значні перегляди, як могли бути на аналогічних акаунтах російських. Запитання, чому там до цього ставляться більш уважно, чому туди вливається просто більше коштів? Коля ж сказав, просто страна більше гораздо. Да, і про телебачення? Банально взяти людей, там численность, да, україноязичних людей і рускоязичних. Скільки в мірі сравнить? І це з Ютубом, я погоджуюсь, а з телебаченням? Я просто проведу вам аналогію з кіно. Это то же самое. Почему в российский фильм, выйдя в прокат, может окупиться, а украиномовный с украинскими актерами, тем более, выйдя в прокат только в Украине и где-нибудь там в Канаде, ну, да, для своих, он никогда не окупится. Именно поэтому мы не сможем снять за 20 миллионов. Ну, то есть, я приведу пример Чехии. Андрей, подожди. Я приведу пример Чехии, в котором снимается очень много кино. Но чешского местного кино снимается 3-4 фильма в год за государственные деньги. Точно то же самое, что у нас. Ни один здравомыслящий продюсер в украиномовный фильм, ну, он очень будет остерегаться вложить, потому что он прекрасно понимает, что это не окупится. Ну, пойдет вся Западная Украина, и здесь все патриоты пойдут в кино и обязательно посмотрят, какой бы он там хреновый не был фильм, просто потому что он про украинских, ну, типа, крутый, да? Мы все, мы пойдем посмотрим, потому что это наше украинское кино. Вышли. Одна половина откровенно плюется, вторая просто стесняется плеваться. Просто стесняется, потому что они туда с такими знаменами шли, они говорят, да, нормалек, зато это наше. Вот с таким они настроением идут. Ну, и все равно их не будет, Андрей. Если, да, если должно 50 миллионов человек купить билеты по доллару, для того, чтобы окупился фильм, то 10 миллионов человек это никак не сделают. Даже если их будет 10, даже если они все пойдут. То есть это объективная реальность. Коля же об этом сказал. Вот такая страна, и вот такая наша, поменьше. Нам надо, понимаешь, если мы все-таки, ну мы немного опаздываем с формированием именно национального государства, согласись. Именно с национального. Мы сейчас пытаемся вот так закрыться и делать свое, в тот момент, когда, наверное, надо искать в англоязычном... Самое простое, как заработать своим блогеру из Украины, в Ютубе. Самый простой. Делать англоязычный контент. Делать там для американского рынка. То есть, да, самая большая реклама. Но там разница. 1000, например, украинцев посмотрели, это там доллар с чем-то. До доллара, 1000 американцев, это $10. То есть... Ну, мы говорим о деньгах уже. Ну, нет, это просто случае... для того, чтобы просто понять, как это работает. Я возражу Вадику, потому что я долго ждал этого по поводу кино. Посмотреть Бэткомедиан. Давай так стульями развернемся. Поменяемся местами. Посмотреть Бэткомедиан. Это блогер, который разбирает российские фильмы. Мы вспомним, что российское кино – это чистая пропаганда. То, что они выпускают, Министерство российской культуры выпускает, российское министерство, чуть ли не каждый фильм. Да какая разница? Да пропаганда? Большая разница, потому что это государственные деньги, это пропаганда полностью. У нас тоже почти все пропаганда. Ну, а денег сколько вы? Ну, так мы же о деньгах и говорим, дело не в этом, дело в настрое. Понимаешь, дай бог, чтобы вся российская пропаганда была как фильм «Левиафан», например. Ну вот, но мои, мои думки тихи, это явно не пропаганда. Нет, ну еще, да. «Феликс Австрия», она тоже никак не пропаганда. Да, следующий выпуск нашей программы будет о кино. Я б хотіла, мы будем тем же составом. Я б хотіла ще стосовно інформаційної війни поговорити, тому що у таких співвідношеннях здається, що ми дуже яскраво її програємо. І що робити в такому випадку? Лідери мені не нужны. Лідери мнений.
Це, ну, в принципі, ті ж самі блогери. Да. Ну, для мене тот же самий Притул, він прийшов в YouTube, щоб стати себе ломом спокійно і моніторити відклик. Да. Тому що на телі... да, і плюс деньги. Плюс деньги. Тому що, будучи просто на новому, или там на каком-то другом каналі, это Притула, сейчас канал новый. На радио НВ. Радиоведущий. Вот, вот. Это, ну, окей. Но он же сейчас уже в Ютубе. Он пришел зачем? Потому что уже, если надо будет, делает какой-то капитал момент... Свой. Да, диверсификация он... портфеля, так сказать. Вот, это все равно про деньги. Хочу ще зачепити тему радио. Тому що ну, у радіо також не все окей, і є така, я б сказала, реінкарнація у вигляді подкастів. Це та ж сама, в принципі, радіопрограма, але більш інтелектуально орієнтована, оскільки в українському радіо саме розмовного жанру зараз все менше, то таким чином виникли подкасти. Чи означає це, що радіо у такому вигляді, яке воно було, там, скажімо, 15 років тому, коли був розквіт радіо, його вже таким не буде в Україні. Ну, 20, скоріше, 20 і навіть чуть більше літ. Тобто, я говорю зараз не про успішність якусь там комерційну, зокрема, а ось те класне радіо, по якому ми всі сумуємо, Кіровоградському, зокрема. От в цьому і вся проблема, тому що я б хотів би, щоб радіо существувало. Ну, типа, радио – это вот та штука, которую реально подкастом не заменить. Я помню эти слезы у Димы Жоровича, я фигурально говорю. Когда тебе, прежде всего, не удалось получить лицензию на Кировоград 100FM, если не ошибаюсь. На сотку, да. Но мы реально были в шаге от того, чтобы получить это было бы круто. Местное радио, Кировоградская, Крапивницкая, это очень не хватает сейчас городу. На самом деле. Когда уже все позакрывались. Местное, когда ну, живых людей в эфире нету, есть только проводное, ну, в смысле, проводное Скифия. То есть реальная говорилка вот такая, ну... Даже вернулись, я помню, в Кировоград в 2010 тогда... году, и умерла наш этот новый день как раз. И новый день как раз помер. Ну, я считаю, что вот радио пока не заменит. Ну, то есть, если YouTube может заменить телек, то радио подкаст мне никак не заменит. Ну, в формате, меня... опять-таки, мне кажется, что YouTube отчасти заменяет радио в формате, вот когда ты включаешь что-то, да, там потери. Уже радио включаешь. Ну, да, но опять-таки, ну, типа, то, где картинка не так важна, а где вот можно, типа, фончиком что-то послушать. Ну, тоже он на себя берет, ну, немного такие функции. Вот радио, особенно вот я задумался об этом, я эту тему схавал. Вот когда ты проезжаешь мимо какого-то... Ты всегда мечтал на телевизоре сказать слово «схавал». Да-да. Когда ты проезжаешь мимо какого-то городочка, и там слушаешь местное радио с их новостями... Их очень мало осталось. Этим, вот этим, да. я реально этим проникся, и, ну, типа, я много нахожусь в пути, особенно в машине и с радио, и когда ты нажимаешь, и каждый раз оно само ищет, реально прикольно вот слушать что-то... Когда он нашел местное. Вот... Особенно кайф, когда вот едешь через какую-то страну, там, да, вот мы в прошлом году ездили в Италию, раз там в Румынии, слушаешь местное, вообще одна музыка. Переехал в Словению, другая музыка. Переехал там в Италию, третья музыка. Ну, хотя бы музыка, да. Плюс я понимаю, что это местные люди, просто о чем-то своем говорят, и это было прекрасно. Оно умерло, потому что у нас нет рекламного рынка, и, соответственно, вот эти маленькие студики, они не в состоянии выжить. Потому что самый кайф радио, когда ты его слушаешь и понимаешь, что там живой человек сидит, что он сейчас видит ту же погоду за окном, которую ты, что он сейчас может даже поставить музыку по своему настроению. Иногда это очень классно было, когда тебе звонят в эфир, мы же с Андреем ну, долгое время поработали, вот тебе звонят в эфир и говорят, слушайте, я ехал и подумал, вот сейчас бы Джо Дассена, и тут вы поставили Джо Дассена. Ну и ты понимаешь, что, о, блин, класс вообще. Ну, то есть я такой человек не один. Мы, вот это та вовлеченность, о которой ты говорил по поводу Ютуба, а я говорю по поводу телевизора. Когда мы, вот здесь мы сообщество, мы в городе, у нас просто нету городских новостей. Мне почему-то рассказывают там, я вынужден слушать про пробки на мосту метро. Ну нафига мне в Кировограде пробки на мосту метро? Я не пойму, не могу. Сейчас Вадик сказал про радио, вспомнил, что наша программа с Лирниками, Шишманом, «Радиоперехват», Сережа Компаниц выпускал на кассетах. На кассетах, аудио. Да, это вообще и продавал просто... и раздавал. Это, ну, это верх популярности. А мы с Гариком с Биршей мы вели программу «Галя Радио». Да. Тут тоже ну, свое было. И тоже думали об этом, чтобы, может быть, выпускать. Потому что тоже у нас был свой фан-клуб. Инфобизнес вот такой своеобразный. Что для цього потрібно? Тобто, ну, потрібно відвоювати FM-ку. Це єдиний варіант. Наверное, вот я уже почти ну, поговорил с очень многими людьми. Сейчас же, благодаря развитию интернета и всего остального, не надо приходить сюда. Туда, на работу в студию. Не то надо. Есть, грубо говоря, Леша дома Иванович сидели. Может из Киева, диджей Шарп, Леон и Мерфи могут из Питера просто в свой час провести, и нам будет кайфово. А ветер из Николаева.
а Андрей там из Киева, а я отсюда, к примеру. Не надо ходить в студию. Ты дома, может, ты всем сел, себе гарнитурку сделал, вот плейлист набросал. Ты просто должен иметь право в этот момент поговорить со своим городом. Ну, то есть это, ты должен быть кем-то для этого, да, все-таки. Потому что очень сложно было, когда набирали на работу 18-летних девчонок, и они там пытались умничать на уровне потом появившихся этих статусов ВКонтакте. Да. Мудрости такие вываливали. Ну, они потом с этой поєдналися. Ми сьогодні вже багато фігурували якісь назви ютуб-каналів, конкретних блогерів або що. Тобто рекомендацій було чимало, але зараз я хочу, щоб вони були такими безпосередніми. Порадьте, будь ласка, ви якийсь крутий ютуб-канал, на який варто підписатися і заради цього тільки, наприклад, від телевізора відійти і зазирнути у ютуб. Ви, будь ласка, що варто дивитися на телебаченні? В принципі, якщо хтось із вас хоче YouTube, а ви, можливо, телебачення. Коротше, давайте, порадьте нам контент якісний для споживання. Саме інтересне, що вначале я відповів, що я не смотрю телевізор, і тепер я должен розказати, що я советую. А вот такой, Андрей, вот хорошо, так тогда я посоветую то, що я смотрю иногда в телевизоре. Это, смотрите, Discovery Channel, History, National Geographic, Радіо Свобода. А, це вже інтернет, так нет своїх телевізійних каналів. BBC смотрите. Ну, давай YouTube. YouTube канал тоді радіть. YouTube, да. Радіо НВ. Що подивитися на YouTube? Радіо НВ, я його слушаю на Ютубі. Це ще ЄФМ-ка. Що дивишся на Ютубі? Портніков, братя Капранови з історією. На Ютубі Дудя смотреть. Ну все, досить, а то ти зараз все перелічиш. Галина, щоб ти порадила перейти на Ютубі? Прям, от, чесно, вряд ли мені такий вопрос. На мой канал, звісно, треба підписуватися. Ну, звісно, зараз ми бігом побіжимо. Так, во всіх книжках написано. Да, конечно. Ну да, плюс три, ще одна кнопка у неї. Будете сразу вкусно готовить. Ну, а якщо брати... Я, в принципе, чаще всего смотрю что-то такое легкое, поэтому вот если путешествие, там тот же Антон Птушкин, это тот формат, который мне нравится, та картинка, которая мне нравится. Если брать какие-то другие кулинарные, то это разве что какие-то англоязычные, типа Джейми Оливера там, и Гордона Рамзи, которые берут своей харизмой. Там не столько ты будешь смотреть для рецептов, а сколько для того, чтобы просто посмотреть на то, как это красиво выглядит, как это красиво снято, какие там сочные цвета и все такое. Поэтому вот... А так все остальное я смотрю ситуативно. Больше я смотрю по трендам там. Добре. Что-то перенимать. Что бы порадовало подивитися у вільний вечір? Я хотел бы когда-то, чтобы вот Андрей Ростиславович, который много умничает в разных сферах жизни, вот, он же сам сказал, что это блог, да? Да. И вот сейчас он не делает программу, потому что для того, чтобы сделать программу итоговую, да, надо приехать, напрячь группу, напрячь миллион журналистов. Деньги нужны. Сидеть над учебой и потом сесть и вот так с суфлера все серьезно прочитать. А вот сделать телевизионным этот продукт, это на самом деле сверхзадача, я считаю, Андрей. Вот подумай об этом. Потому что, ну, например, его же нету на канале Витер. Нету, потому что мы прекрасно понимаем, что это блог, и это не телевизионный формат. Теоретически я понимаю, что при определенном напряжении усилий это могло бы быть. Потому что мне всегда приятно его видеть. Я знаю миллион людей в нашем городе. Вот это та отдушина, понимаешь, когда свой человек на хорошем уровне умеет это делать. Это то радио, допустим, которого нам не хватает. Поэтому я тебя прошу об этом подумать, чтобы ну, был такой продукт, переговоры, который уже мы могли бы показать и по телевизору в том числе. Вот это было бы круто. Птушкина я не могу смотреть, ну не то, что не могу смотреть, но я бы его ведущим к нам в телевизор не взял. Это не мой типаж, мне он не нравится. У вас просто, да, своя специфика видения этого всего. Друзья, уже не залишилося часу, Коля, давай раньше на Ютубе або на Инстаграме. На Ютубе обязательно к просмотру. Это когда машины чистят, когда кто-то работает. Это шикарный видео, лучше да. Просто ты смотришь, как кто-то работает и чистит там машины. И вот эти вот машины на заводах, которые делают всякие... Да. А вообще-то, пожалуйста, смотрите канал «Ветер». Хорош, сейчас хорош. Друзі, дякую вам за розмову. Глядачам вдячна за увагу. Дивіться обов'язково якісне, бережіть себе, будьте здорові і побачимось рівно за тиждень на телеканалі «Вітер». Мене звати Ірина Романська, це ток-шоу «Просто-непросто».